Ну, такой довольно академичный первый тайм. Хотя так, пару прострелов, пару подач было неплохих, которые могли бы завершать. Но медленно мяч ходил. Вот. Второй тайм пропустили. Два похожих момента было. Первый. Вышли из раздевалки первый и тут же в этот же фланг и второй. Вот, то есть, ну, естественно, нужно было что-то делать. Сделали замены. Ну, в общем-то, наверное, последние 30 минут неплохих в нашем исполнении. И агрессия появилась, и мяч доставляли в последнюю треть, и в штрафную доставляли. Вот. Ну, единственное, жалко, что не забили. Ну, а последние 30 минут, в общем-то, были неплохие. Жаль, что не смогли забить второй мяч. Вот. Ну, по крайней мере, команда старалась, команда пыталась. Вот. Ну, и какие-то игровые моменты были неплохие. Поэтому, ну, наверное, последние 30 минут отнесу в плюс команде. Юрий Николаевич, с чем вы связываете аномальное количество брака сегодня, особенно в первые минуты, раз за разом просто дарили мяч сопернику? Соглашусь, но мне сложно объяснить. Может быть, для многих вот эта ответственность, которая висела сегодня, да, то есть сегодня игра важная была для нас в плане того, что нужен был положительный результат и для уверенности, и для всего. И, возможно, вот эта ответственность, вот, не все как бы смогли с ней справиться, поэтому первые минуты действительно брака было очень много в простых ситуациях. Игорь Николаевич, после 5 туров, 5 набранных баллов, как оцените старт чемпионата команды? Ну, понятно, хотелось бы лучше, это априори. Вот. Но на данный момент что имеем, то имеем. Я говорил еще до чемпионата, что будем двигаться от игры к игре. Вот. Здесь, опять же, многие моменты переосмысливаются, да, то есть есть игроки, на которых надеялся, они не оправдывают надежд, есть молодежь, которая, в общем-то, выходя даже на замену, оставляет очень хорошее впечатление, поэтому, ну, естественно, то же самое, предсезонные сборы – это предсезонные, а уже когда идут официальные игры со своим накалом, это немножко другое, поэтому, ну, то же самое здесь идет. Так, наверное, окончательное знакомство со всеми ребятами. Вот, и определенные выводы будем делать, ну, и будем двигаться дальше. На трибунах сегодня был замечен Яна Манолиафи. Какими качествами привлек вас данный игрок? Ну, наверное, не секрет, что Бане готовится к отъезду. Вот, естественно, здесь это позиция, которая она важная, центральный защитник. Ну, в общем-то, собирали информацию, отзывы о нем неплохие. Он и в Беларуси играл. Вот, поэтому, ну, опытный центральный защитник, в общем-то, не помешает нам в этой ситуации. Вот, тем более сейчас и Ходоркевич травмирован. Поэтому, ну, вот такая ситуация.